Всем привет! Привет! Хотели рассказать, куда мы все-таки пропали, потому что не было на нашем канале уже давно видео. Это связано, во-первых, с тем, что ноутбук мой сгорел, с ним разбирался неделю, и, во-вторых, все это наложилось на нашу поездку. Куда? Коста-Рика! Коста-Рику, да. Многие из вас, наверное, даже не слышали о такой стране, не знают. Это страна Центральной Америки, находится рядом с Панамой на маленьком перешейке, она небольшая. Столица Сан-Хосе, здесь отличная погода сегодня, какое уже число, 22 апреля, здесь жарко, тепло, плюс 31, океан 30 градусов, и какое-то время будем снимать отсюда и выкладывать наши видео на канал. Чего ты так орешь? Ору я так, потому что сзади нас находится Тихий океан, и мы забыли ветрозащиту на камеру, я просто не знаю, как пишется звук. Поэтому кричу так громко. Вот так. Здесь такая природа интересная. В Коста-Рике очень много заповедников. Национальных парков. Их больше 70 штук на такой маленькой территории. Это страна вулканов с двух сторон. С одной стороны Тихий океан, с другой Карибское море. Здесь очень разнообразная флора и фауна. Здесь очень много животных, птиц, рептилий тех же самых. Все мы это будем показывать вам на нашем канале. Все, что увидим. Все наши приключения вы увидите. Да, будем кататься как можно больше. Хотим посмотреть эту страну, узнать ее и показать вам на нашем канале. Так что не расходитесь, не разбегайтесь. Будем по мере возможности выкладывать, снимать. Также будем пытаться проводить стримы. Интернет здесь слабенький. Надеемся, что у нас все получится. И давайте ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь ВКонтакте. На этом все. Ждите следующее видео. И вот в таком живописном месте мы снимали это видео. Такие джунгли небольшие. Вот так тут все это выглядит. Окрестности. И сзади у нас Тихий океан. Это на самом деле частная территория. Сюда мы вот так вот по-тихому забежали. Вот там вот собаки где-то были. Вот так это все здесь красивенько выглядит. И здесь какие-то норы непонятные. Они достаточно большие, их очень много. И Аня говорит, что это, возможно, ягуаны. Ягуан здесь очень много. Самое главное, чтобы это были не тарантулы. Смотрите, какая нора здоровая. На этом все, ребят. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Задавайте вопросы. Все расскажем, покажем, на кого оставили змей, как они у нас живут. Никто никуда не пропал. Все хорошо, все живы. И до новых встреч!